Камень студок, уважаемые подписчики, с вами повелитель кринжа и королева кринжа, Анетка, поздоровайся. Всем привет, с вами я, Анетка, и сегодня мы будем смотреть кринжовые тиктоки. Ну и перед началом этих кринжовых тиктоков, братва, прожмите лайк и подпишитесь, иначе я отшлёпаю Анетку бомжетку. Что, ты не веришь? Ты думаешь, я полегу? Братва, смотрите, я сейчас окажусь там, чекайте. Опа! Не нагрей! Какая наглая блядь! Братва, немножечко кринжа зарезали с самого начала, а теперь давайте смотреть кринжовые тиктоки от ютуберов! Погнали! Так, пацаны, открываем кейсик и смотрим, что нам выпадло. Ты задолбал. Ты днями играешь в этот стендов. Выбирай либо я, либо... Это папа гриб с волосами. А что вам это стоит? Мне кажется, это подставная девушка, у тиктака нету девушки. Да у него не девушка, у него только рука. Все, смотрим. Да, окей. Смотри, все, вот, я беру стендов, оп, и удаляем. Опа, удалить все. Ты рада? Ты довольна? Все, можешь идти. Можешь идти куда-нибудь. Да. Вот хитрик! Донатер по стендам 2 задонатил на... Да? И на что там задонатил, Анетка? Ну, отшлёпа твою попу! Анетка, ты, походу, не тот сайт залила! Ты чё, Анетка? Так, слышишь, Анетка, не позорь меня. Ну, ты реально уже норму кринжа перевыполнила. Нет! Отшлёпай кента хорошенько. Нет! Смотри мою память! Нет! Да, какая сладкая булочка. Как сладенькая булочка. Мы проверим, кто лучше выдержит мой удар. Веля, Чик-Так или Абубин. Подписывайся и ставь лайк. Как думаешь, кто победит? Кто победит? Я думаю, что победит Абоба. Я думаю, Чик-Так ему не привыкать. А он уже привык удар держать. Слушай, нормально бьет малый. Слушай, нормальная плюха. А добра, Мартикса. И сколько он выбьет? Ого! Ого! Ну я больше выбивал. Аверя хороший, следующий. Второй. Лягуха обован. Ну тут килограмм 200, наверное. О, щелюха отлетела. Зря поставила на обубу. Что-то обувин какой-то слабенький. И тогда победит! Теперь чусатый. Победит! Победит! Ему попа. Ну я бы не сказал, что он усатый, у него усов нету. Кстати, рассказывай историю про Тик-Така. Тик-Так, короче, перед стримом стоит с такими вот усами. Усиками такими. И говорит: слушай, Кенту, как думаешь, мне надо сбрить или нет? Я смотрю, они полный кринж. Я говорю: чувак! Конечно, сбривай. Поэтому хэштег усач. На! Не, хорошо, хорошо. Я думаю, это рекорд. Тик-Так оказался самый мощный. Ого, ты оказался прав. Как будут выглядеть популярные ютуберы в старости? Первый ютубер это я. Посмотрите, какой красавчик. Анетка, смотри. Ты 1000 пластических операций. Вот он я. Джага-джага. Второй ютубер это мой братик Тик-Так. Пинчуган. Ну, Тик-Так даже не поменялся. Слушай, вот его сейчас побрить, в принципе, как было, не осталось. И волосы покрасить, и бородок. Вообще, один в один, как сейчас. Бля, ну бородка у него зачетная. Третий ютубер это Рик. Блин, у нас был похожий бомж на улице. Он ко мне подходил. Дайте, пожалуйста, помогите. Рик, братик, не ты ли это? Случайно, не подписчик. Ну тут без комментариев. Четвертый ютубер это Абовин. Бля, брат. Блин, это еще вар. Адик, что с тобой произошло? Пятый ютуберша это Котя. Котя так выглядит, как будто она стримила, знаешь, там дней так 500 без остановки. Котя, ты чего? Ребята, с вас лайк, подписка. Ставь лайк, если жиза. Как я играю на разминке? Ну, у меня уже лайк стоит. Паркур, новое движение, потеем на разминке. На. Хорош, хорош. Маты обрезаем, маты обрезаем. На. И пикаем. Пук-пук. И так, let's go. Ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть. Не, ну это реально жиза. Дизлайчик, ребятки. И как я играю? В каточке. Еще маслин ловит, да? Кидыш! Так это правда! Я не знаю, как это работает, это правда. Может, на разминке только одни боты. Анетка, ты на разминке без разминки играешь. Давай, не тренди.
Если ты попадешь в граффити, то я дам тебе 500 голды. Анетка, а зачем тебе попадать в граффити, если ты можешь зайти знаешь куда? Куда? На бабабал-дроп! Тем более там добавили новую коллекцию классиков, там добавили контракты, и сверхпад это очень хороший дроп. И самое главное, Анетка, я себе там поднимаю топовый дропчик. Ну и конечно же, давайте-ка мы подарим небольшой подарочек для наших подписчиков. Прямо сейчас у меня над башкой секретное слово. Вы его вводите и забираете свой приз. Все нужные ссылочки есть в описании. Я кидаю хаешку мусорку. Ты это видел? Да блин! А, это тик-так! Эти хаешки! Ты что, прыгать собралась? Ебать туху. Нормально. Ой, Леха, братик, ты чего? 0 грамм, увидели. Ага. Так это вообще по-читерски! Это по-читерски. Леха, братик, спешу тебя огорчить. Просто чипсы насколько легкие, что твои весы не определяют их вес. Ну, молчи, зачем ты это ставишь? Поэтому, Леха, братик, обмануть систему не выйдет. Я уже пробовал. Ситро оценивает популярных ютуберов. О, там я, там я! Подпишись, если Ситро оценивает мальчиков. Деля, почему ты с какими-то девушками еще? Это Рома Грис, привет, и слева, и справа. Ты обнимаешь? Рома и его брат-близнец. Лучше был бы со мной, реально. О, это мой краш. Привет. Блин, ребята, хэштег «Анигматик, вернись!» Братик, ты чего? Он даже мне в тифты начал игнорить. Его я будто кокон, из которого вылетела бабочка. О, это уже главный гриб. О, у него ствол, дядь. Я бы на него гриб сидел. За нами едут пацаны. О, я на сладочке. О, это мой друг. Тигр! Короче, он недавно поменял машину, а бог... Важное примечание. BMW X6 теперь. Ну, а до этого была соната. Я уже снимаю штанишки, такой красавчик. Ты про меня или про Ситруху? Я про тебя! До меня. Ну что, я его добьюсь, точно. О, это мой брат Капитош. Больше на сестру похож. Капитан, брат, шучу. Вижу у него справа стиральную машинку, я бы в нее застрял. Если не бот, купи Дигалов рейд. Слушай, скажи, у меня та же самая, смотри, футболка. Ну я же, конечно, не бот, я купил Дигалов, не такая. Смотри. Ой, братишка, есть, ну давай, ты бот. Не, я купил Дигалов. Я ну, не давай бот, посмотрим, я куплю. Вот он. И сейчас монтаж. Так, он стоит 39к. Покупаем и... Я бот. Как отдыхают ютуберы по успе? Ну, 20 лайк, подписка, погнали. Мы арендуем. Анетка, это правда или нет, не знаешь? Вот что говорит этот молодой человек, это правда или нет? Это правда. Правда? Ну давай. Бассейн и наслаждаемся жизнью. Ну и что же за бассейн без баньки? Ну а как же личный джакузи? Конечно, он тоже есть. И что же за отдых без девочек? Девочка, идите сюда. И вообще какая-то девочка! Сегодня мы проверим, кто лучше быть. Блин, смотри на этого чела слева. У него как будто заклинило челюху. Братик, к неврологу обратись. Держит мой удар, тик-так, Абомин или Веля. Подпишись на мой канал и поставь лайк. Третья часть. Первый будет Веля. Да блин, опять тик-так победит, неинтересно. Малой! Ты вместо того, чтобы стендов играть, иди тренируйся. Ничего себе, малой, 28 килограмм. Второй Абовин. Ой, Абовина жалко. Последний тик-ток. Ну по-любому победит, по-любому, чекай. Очко мамонта. Ну, логично. Блин, мне кажется, Тимси смотрит за счет его эмоций. Он прям вот так прямо. Ну как и меня, да, наверное. Baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby ain't nothing but mammals. Что ты говоришь? Я официально заявляю, тик-так, вонючая перхоть украл у меня, это тик-ток! Я его снял первый в тик-токе, он мне набрал 1,5 миллиона просмотра. Давайте еще раз это просмотрим. Что ты говоришь? В смысле тебе 13? Все, братик.
Не поняла прикола. Абсолютно. Там, короче, прикол в том, что Веля пьет со стаканчика, поняла? А, ну, прикольно. Блин, это вообще фул кринж. Кто с ютуберами играет хуже всего? Силак, подписка. Добротова, Изи, кто хуже всего? Конечно же, Анетка, кто же еще? Какая Илья? Первое ну, место, Анетка. Ну не надо сказать, что ты буща на это. Второе место, Анетка. И третье место, Анетка. Погнали! Угу. Третье место у нас занимает Веля. Заслуженно. Ты чемпион, в принципе, заслуженно. Неплохо. Второе место занимает ваш покорный сын. Ты блот бущенный. Блин, Анетка, я голд один, это трэш. Пацаны, я слил голд один, потому что попадались софты против меня. А так, вот, если бы не софты, я был бы мастером. Не отмазывайся. Нет, ты отмазываешься. Ты вообще потихо, Сильвер 4 ты. Поэтому давай молчи. Или я не прав. Или сейчас зайти и снова показать твой ранг. Вот и молчи там, курица. 4, гол 3. Ой, главный нуб стендов, а это... Тик-так, кстати, сейчас даже калибровку не прошел, чтобы понимали, насколько он нуб. Стендов 2, и сегодня мы... Ответь правильно, получи нож. Это видео от разработчиков. Слушай, ну это интересненько. Слышь? Да. А разработчик такой симпотный. Не понял, смысл, что симпотный? Нет, ты чё? В сосну ехала? Ой. Я ща вам с этим разработчиком кое-куда засуну. Узнаем, кто получит нож. Мы задавали разные вопросы людям, и ответив на 5 из них верно, участник мог получить с собой нож. О, давай, ради интереса, тоже будем участвовать на опросе. Как переводится слово «стендов 2»? Анетка, как переводится? «Стендов 2» переводится «стенд». Это, ну, «стей». Можно сказать «стей». «Стоять». «Оф». «Стенд», да. «Оф». «Стенд» — это «стояк». «Оф» — это «выключить». «Выключить стояк». Все, поняли. Это перевод «стендов 2». Противостояние. А посмотри. Ничего, чел шарит! Стэн, встать, оф, выключить. Вы кто такие? Сколько всего карт в соревновательном режиме? Ковис, Бизи. Сколько карт? Отвечай. Быстро. 5? Да. Уверена? Очко мамонта ставишь? Нет, 6. Слышишь, ты уже смотрел ТикТок? И очко стоит, 6. Ну окей, ну ладно, верим, что 6. Она как правильно сказала. Сакура. Как ты думаешь, какой самый популярный режим в стендов? Самый популярный режим в стендов 2. Какой? Дуэль. 1-1, бойтёмка. Я думаю, что это командный бой. Не. Не знаю, не могу. Я думаю, закладка. 2-3. На сегодня всего один счастливчик ушел с ножом. И это разработчик. Забрал себе брата его. Сын разработчик. Да, сын разраба. О, ничего ему дали. Бро, здорово. Ты в стендов играешь? А ты меня не знаешь? Знаю. Смотри, гифтбокс в реальной жизни, прикинь. Приятно делиться с подписчиком. Ты хочешь поучаствовать в рубрике «Гифтбокс»? Конечно, давай. Ты смотрел эту рубрику? Да. Ну... Ой, прям смотрел. Это вообще впервые в жизни вижу. Вот прям совпадение. Я расскажу. Постанова все это. Кто не знает. Это рубрика, в которой я тебе предлагаю голду и либо открыть этот «Гифтбокс». Ну вот, а я иду пиарю. То есть, например, смотри. Я тебе даю 50 голды или «Гифтбокс». Выбирай. «Гифтбокс». 100 голды или гифтбокс? Гифтбокс. 150 голды или гифтбокс? Гифтбокс. Смотри, я напоминаю, то, что там может ничего не лежать, может камонка лежать. Я бы лежать. Чисто из-за коробки взяла. Две... Блин, пацаны, я вспомнил историю, когда к нам с Анетка подошел тип и говорит, хотите заплатить 2000 рублей и получить секретный приз? Я говорю, типа, ну давай. Ну я же думал, это будет какой-то нормальный секретный приз. 2000 вы шугоните? А знаете, что ты мне подарил? Подарила это перхоть усатая. Пацаны, еще покажу. Пацаны, чисто смотрите, как вот легально разводят. Смотрите, чел подходит в секретный бокс. Видите, это я. Ну, это я с Анеткой. А кстати, у нас есть секретный бокс. Здесь можно находиться все, что... Ну, короче, смотри, в чем суть. Я ему плачу 2000 рублей 700 гривен. И знаете, что в итоге я приз получаю? Смотрите на мое лицо! Это детское караоке! Детское караоке! Который стоит 150 рублей! То есть вообще по факту там... Чел, а потом знаешь... Я просто растерялся. Я сейчас думаю, сейчас бы, если бы я на него попался, я бы с радостью. Сейчас бы я сказал бы, братик. Сейчас брать, я беру трейлер подарок! Бух! Не, ну прикинь, чеки, что мне подарил. Ну, если есть возможность на термос, я бы с радостью. Он, короче, говорит, есть еще термос, я говорю, давайте поменяем. Посмотрите мое лицо, я уже как будто не плачу, пацаны. Посмотрите на эту боль! Я тоже так. Не, а я подумала, может, термос дорогой. А подарила термос, короче, с Алиэкспресса за 150 рублей. Короче, секрет бокс.ua. Ты. Если ты это слышишь, я тебя жду, брат. До скорой встречи.
Я жду второй бокс. Я второй бокс куплю. О, так, все, стоп. Возвращаемся к гифтбокс. 200 голды или гифтбокс? Гифтбокс. 250. Гифтбокс. 300. Гифтбокс. То есть ты, ну, до конца будешь идти? Да. Ладно, тогда бесполезно, держи. Открывай аккуратно. А там вообще, короче, ничего. Ну этот чел хотя бы ничего не платит, в отличие от меня. Да, да. Смотри, гифтбокс распался, смотри. Доставай. Авик бум. Авик бум. Он оценивается, по-моему, в 300 голды. Переходим в стендов тогда. Переходим в стендов. О, 190. Слышь, Рита, оценивается в 300 голды, там цена 180. 190? Я думал, он намного дороже стоит. Это? Да. Все, купил? Да. Ничего, приятно. Брос, да. А помнишь того счастливчика, который выиграл керамбит голд на мажоре? Так вот, этого керамита это больше нет. Это полный кринж. Всему виной скам. Очередные мошенники украли у очередного... Я бы сказал, всему вина не скам, а маленький мозг этого подписчика. Нового доверчивого парня очередной дорогой нож. По нашей информации, его позвали общаться в Телеграм. Там с помощью обмана заставили выставить керамид голд за копейки. Что он и сделал. Ситуация получила большую огласку. Почему? Он еще решили маленький, восстановить, знаешь, справедливость. Анетка, маленький да удаленький. Ну блин, я не знаю, еще так смешно. Ну просто, я не понимаю, как кого-то можно еще заскамить в 2023 году? Реально кто-то ведется еще на это? Мы ценим и любим наших пользователей. Любые... А, любите ваших пользователей? Дайте, пожалуйста, промокоды. Не, только до 300 голды. Рабочие места популярны. Ютуберов часть 2. Два лайка. В смысле рабочие? Погнали. Ну вот, рабочие места. Я подумала про другие рабочие места. На заводе, да? Ого. Блин, сейчас если покажут мое, это будет такой позор. Реально, у всех нормально, кроме меня. Ого. Рабочие места. Фу, хорошо, что мой не показал. Ну и сейчас я держу курсор на кнопке удалить игру из Google Play. Нет, нет, нет. Я сейчас этого не буду делать. Я что, дурак, что ли, нажимать на эту кнопку? Пора при... Веля, я не хочу на завод. Ну что же, уважаемые подписчики, на этой хорошей, замечательной, прекрасной ноте будем заканчивать. Это были кринжовые тиктоки вместе с Кента ПК и повелительницей кринжа Анеткой. Обязательно подпишитесь на мой телеграмчик, потому что там будет продолжение этой рубрики. И самое интересное, там будут халявных 5 костерей. Ссылочки в описании, перейди, подпишись, если не пенч. Пока!